она как будто не заканчивается. 3000 опыта — это максимально, это максимально! Да, 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 да! Здорово всем, ребята, Кентуха на проводе. И прямо сегодня мы узнаем, что же я получу за 1000 килов в абсолютно всех режимах в Stand of 2. Это будет нечто нереальное. Это же самое грандиозное видео за всю историю подобной рубрики. Прямо эту секунду прожмите лайкусик, подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. Ну что же, а мы переходим в первый режим. Ну что же, дорогие друзья, прямо сейчас мы приходим на мид и делаем максимальное количество киллов. Сюда, дорогулечки, ты моя, не двигайся. Потому что, ребята, прямо сегодня мы узнаем, выйдет ли мне выбить какой-то скин из Nameless коллекции. Возможно, получу максимальное количество опыта, возможно, еще что-то получу. Я вообще не знаю. Но я знаю только одно, то что это, ребята, будет самое крутое видео за историю этой рубрики. Обалдеть. Просто идите сюда, мои вы маленькие, уже 16 киллов. Сюда, на базу. Сюда, на базочку, мои вы маленькие, сюда. Подходим, не стесняемся, дорогулечки мои. Ой-ой-ой-ой-ой. Ребята, запомните имена этих героев. Они все жертвуют своим КД ради того, чтобы вы узнали, что же мы сможем получить за 1000 килов во всех режимах Stand of 2. Обалдеть, как же это круто. Так, ох, ничего себе, у чела ВМ Спорт В2. Мама дорогая, вот живут. Прикиньте, это мой подписчик. И у чела Авик Спорт В2. Не, вот это, конечно, хорошо живут мои подписчики. Я бы сказал, бы очень даже хорошо. 44 кило, ребята, еще 3,5 минуты времени. Отличненько. Сюда, сюда, сюда. Ну а вы, мои уважаемые подписчики, сейчас, если у вас время, поставить лайк, если вы ждали эту рубрику. Притом в таком модернизированном стиле. А прикиньте, нам сейчас бан дадут. А это, кстати, вполне вероятно. Меня же уже один раз банили после этой рубрики. А вдруг меня сейчас забанят? Уважаемые разработчики, если что, это не буст, и мы очень сильно осуждаем буст. Если что, я просто... Жесткий киберспортсмен, и это все... Один большой сплошной эксперимент. Главное, не баньте. Нет-нет-нет-нет-нет, пацаны. Че вы лагаете? Что за дичь с интернета? Обалдеть. Так, ребят, пожалуйста, никто не лагайте, никто не висните. Ничего, у тебя еще М9 нож есть. У одного М-спорт И-2, у второго М9 байонет. Обалдеть. И у нас уже есть одна руина. Это какой-то Lazy Ale. Чел, пожалуйста, не руинь. 158 килов. 20 секунд времени. Последняя двадцаточка. Ускорились. Все быстро. Я просто бью к вам на респу. Я сразу бью к вам на респу. Так, ребятки, все друг за другом становимся. 5 секунд остается. Последних 5 секунд. Быстрее, мужики. 172 кило. Что же мы прямо сейчас получим? Давайте смотреть, внимательно смотрим. И мы прямо в эту секунду получаем. Ох, ребята, как же я переживаю, как же я переживаю. Что же мы прямо сейчас с вами получим? Как вы думаете, обалдеть, 2 уровня ББ дали. 3000 опыта. 3 костыря. Граффити пак. Куча серебра. Обалдеть, вот это имба. Мы просто с вами красавчики. Ну что же, ребята, но, к сожалению, на мыски нам мы не получили, поэтому перемещаемся в следующий режим. Ну что же, ребята, прямо сейчас мы находимся в ММе. Некоторые люди поговаривают, что можно получить Nameless скин только из ММа. Поэтому прямо сейчас мы, естественно, это тоже проверим. Что же мы получим за максимальное количество киллов в ММе? Ребята, план крайне прост. Мы встречаемся на миду, и я ставлю каждому из вас по маслине. Надеюсь, меня не забанят. Вот, ребят, прямо сейчас запомните имена этих героев. Они все жертвуют своим ММРом ради нас с вами. Это просто красавчики. Ребят, я прям очень сильно благодарен каждому из вас. Кстати, да, а если я буду ставить пачку, мне ждут еще больше ММР. Братва, пачечку на базу. Так, ребята, встречаемся на пленту Б. Вот так-то я точно получу максимальное количество ММР. Опа, первый пошел, второй пошел, третий, четвертый и пятый пошел. И самый ценный игрок — это Кент АПК. Пожалуйста, не баньте меня. Так, ребята, всех жду на пленту Б. Место... Здорово, братанчик. Ох, ребят, а вы прям сейчас напишите в комментариях, как вы думаете, сколько ММР мне дадут за эту катку? Как вы думаете? Напишите прямо сейчас в комментариях. А прикиньте, мне еще выпадет какой-то Nameless скин или еще что-то такое дорогое. Я просто буду в шоке. Мне пишут, прикинь, в катке откинут. Не, ну, ребят, ну это будет не очень смешно, если меня откинут прям в катке. Так, ребят, ставим пачку, и сейчас все получают по шапочке. Все, изи каточка, 5-0. Эх, ребята, опыт не пропьешь, но попытки были! Сюда!
Я, конечно, все понимаю, но моя команда, вы играть-то будете, ребята, что так слабо играем-то, всего лишь-то? 0 кило у вас, один я тут играю. Просто, прикиньте, 94 очка. И, ребята, я уже на опыте, и чтобы меня не забанили, потому что я знаю, меня могут забанить вообще на изничах. Мне надо прямо сейчас слить раунд. Поэтому прямо сейчас наша команда, не стесняемся и сливаем раунд. Надо сделать счет 10-2, иначе будет 100% бан. Ну а прямо сейчас у нас финальный раунд. Погнали, ребятки, счет 9-2. Поставил пачечку, получаешь маслину. И прямо в эту секунду, ребята, мы узнаем, что же я получу за 120 очков в ММе и за 50 кило. Это прям очень жестко. Главное, чтобы не бан. Очень сильно прошу вас, разработчики, только не бан. Ну что же, мои друзья, товарищи, давайте смотреть, что же мы прямо в эту секунду получим. Сколько ММР нам дадут? И мы смотрим. О май, нам дают 72 ММР! Я вам отвечаю, мы можем за эту гадку получить Немлэ скин. Да, гол 3. Обалдеть, вот это к званию подняли. Обалдеть, а сколько мы получили опыта, мне очень интересно. Так, получили еще один уровень. И мы получили 3000 опыта, это максимально. И мы получаем всего лишь 50 серебра и барбокс. Вы что-то вообще неадекваты или как? А что так мало-то? Собственно, ладно, ребята. Надеюсь, союз, как она повезет побольше. Погнали в следующий режим. Ребята, вы понимаете, чтобы снимать крутые видеоролики, мне надо реально постоянно тратиться, надо тратить кучу голдишки. А где же брать? Конечно же, на булдропчике, тем более. Там вышла новая коллекция кастиков, там есть новый крутой ивент, в котором ты фармишь скибидишки. Эти скибидишечки ты потом меняешь на халявные топовые арканочки. И это не все. Чтобы тебе была мотивация, братишка сверху на моей башкой издувать сигаретных слова. Ты их вводишь и забираешь свой приз совершенно бесплатно. В первом получаешь дополнительный процент, по второму бесплатный сундучок. Все нужные линки находятся снизу, а мы идем дальше. Ну и, ребята, как обычно, мы встретились в союзниках. Я еще раз повторюсь, это не буст меня. Ну, может быть, чуть-чуть. Ха-ха-ха. Прямо сейчас мы делаем максимальное количество киллов. Поэтому команда Т, ваша задача прибежать на плент А, заплентить пачечку, и после этого я вас замочу. Все максимально изи. Ох, как же я надеюсь, что меня не забанят. Потому что в прошлый раз, когда меня забанили, мне помог Веля. Потом Веля, брат, от души обнял. Но в этот раз, мне кажется, мне уже никто не поможет. Вы пачку не поставили? Пишут, она не поставилась. Да я заметил, что она не поставилась. Естественно, не поставилась, если ты ее не поставишь. Ребят, как думаете, что мы получим за союзники? Напишите, пожалуйста, прямо сейчас в комментариях. Я очень сильно надеюсь, что я получу не бан. Блин, просто представьте, какой же будет угар, если сейчас после этой рубрики меня забанят. Надеюсь, нет, я бана не хочу. Оп, а кто разрешал пачку ставить? Сюда. 7-0. Легчайший для величайшего. Играю в 14 кд. Блин, ребят, вот если бы я так играл бы без моих подписчиков, мне бы цены бы не было. Просто прикиньте. Наверное, бы создал бы свою киберспортивную команду и был бы топ-1 мира. Ну что же, прямо сейчас я ставлю пачку. И давайте так, вы ее раздефайте лучше, чтобы меня не забанили. Вот я пачку поставлю, вы ее раздефайте, чтобы меня не забанили. Может, и меня можете замочить. Все, хорош. И дефайте пачку. А то, ребята, я бан не хочу. Поэтому давайте лучше мы раунд отдадим. Ну а теперь можно побеждать. Ну а почему бы нет? Все, ребята, прямо сейчас мы знаем, что же мы получим. Так, девочки, мальчики, сюда, сюда. Да ё-моё, сюда. Все, прямо сейчас будет час X. Что же мы получим за 66 очков? Просто прикиньте, насколько же это круто. И мы получаем, внимание, оу май, 44 ММР сюда на базу. Вы просто посмотрите на эту полоску, она как будто не заканчивается, она бесконечно продвигается вправо. Так, ну что же. А теперь самое интересное, дадут ли нам какой-то Немлэ скин? Дайте Немлэ скин, умоляю. И 3000 опыта. 3000 опыта лишними точно не были. 2500! Слушай, ну это максимальный опыт мы получили, по всей видимости. Так, 80 серебра! Ау, хамелеон касик! И 30 серебра. Слушай, ну походу это пока что самый жирный лоу. 110 серебра плюс хамелеон боксик. Ну что же, а мы, ребята, перемещаемся в следующий режим. Ну а следующий наш режим, это, ребята, ЗБ. Я же обещал, что будут все режимы, поэтому прямо сейчас у нас по плану ЗБ. Вам всем, наверное, интересно, а как же мы в открытом лобби стартуем все вместе? А это будет наш
небольшой секретик. Главное, раздрабом это не скидывайте. Я еще раз повторюсь, это все в целях эксперимента. Так, ребят, встречаемся на пункту А. Алло, вы пачку должны ставить, куда вы побежали все на мид? Все бегом на пункт А! Кто последний получает по шапке? Кто первый тоже. Все получают по шапке, так, ребят, пачку ставьте, главное, пачку, пачку. Так, вот, вот, у нас пассажир ставит пачечку. Опа, до свидания, братанчик. И мы, ребята, забираем первый раунд. Все максимально по дефолтику, все максимально просто, максимально похоже на ММ. Но единственное, это СДБ. Мне очень интересно посмотреть, что же мы получим за максимальное количество очков в этом режиме. Как вы думаете, напишите прямо сейчас в комментариях. И да, не пишите хэштег в рот. Потому что это не смешно. Не, ну ладно, разочек можно. Сейчас только второй раунд, вы вдумайтесь, у меня уже 45 очков. Вот этот прикол. Я такого, конечно, не видел. 45 очков! Я скажу вам честно, у меня такое ощущение, что с каждым режимом вероятность моего бана становится все выше, выше и выше. Уважаемые разработчики, я ни в чем не виноват, меня подставили. 4-0. Ай да мы с вами красавчики, да? Мне интересно, хоть кто-то хоть раз в жизни делал такое в ЗБ? Мне кажется, единственный человек в мире, который таким занимался. А кто меня забрал? Это что за дичь? Пацаны, ты что закидала? Руина зашла в катку, прикиньте. Ну что же, ребята, и у нас есть одна руина. Так, моя команда, мне нужна ваша хелпа. Прямо сейчас находим этого говничелу и мочим его. Опа, а что такое, брат? А что с лицом? А что такое? Вот что, ребят, бывает с руинами. Никакая руина кенту не помешает записать крутое видео для моих подписчиков, для моих братанов. Все для вас, пацаны. 6-1. Прямо сейчас я знаю, что уже получу за максимальное количество очков в режиме ЗБ. Давайте, братва, узнаем и сделаем это. Поехали. Прямо сейчас я делаю дефюз, и мы узнаем, сколько же я получаю очков. Это абсолютный рекорд в ЗБ. Никто в жизни не снимал такую рубрику в ЗБ. Я буду первым, да-да-да. Так, ребята, что же я получу? Надеюсь, я получу очень много очков. Так, ой-ой-ой, какие-то... О-хо-хо-хо! Братва! Давайте посмотрим, так, сколько мы получаем. 3000 опыта! Да, это имба! И мы получаем! Мы получаем! 88 серебра. Не, ну типа, не супер плохо, конечно, но как будто можно было и получше. Ну что же, ребятки, а мы перемещаемся вместе с вами в следующий режим. Ну а прямо сейчас мы, ребята, находимся в следующем режиме под названием захват точки. Если честно, я уже и забыл, что надо делать в этом режиме. Так, надо бежать сюда. Смотрите, наша команда бежит сюда, правильно? Наша команда. Команда Тера, выйдите, выйдите, выйдите. Тут, я понимаю, даже киллы и суть не влияют, да? А ну-ка, выйдите с точки. Да-да-да, чтобы только мы находились. О, идеально, вы подходите, я буду вас мочить. Все, пацаны. Да я говорю, брат, в точку не заходите. Ё-моё, подходите, понял? Да не заходите в точку! Да походу это будет изикаточка. Мы сейчас точку за 2 секунды наберем. Блин, а прикольный режим, надо будет как-то в него поиграть, ну вот так даже без записи. Мне прям нравится, обалдеть, у нас уже 30 очков, ну это прям как будто легчайшего для величайшего. Так, мужики, оп, оп, ай, красавцы, оп. Итого, ребята, 17 кд и 69 очков, 70 очков, обалдеть. 76 очков и 110 счет. Ничего себе, сказал я себе. Ребята, просто красавчики. Ну, походу, мы сейчас выиграем, да? Походу, это будет самый быстрый режим из всех режимов, да? 91, 90... куда вы? Куда, куда, куда? 93, 94, 95, 96, 97. Мы сейчас должны выиграть, по идее. 98, 100! Да! Ха-ха! Обалдеть! У меня 140 очков! Вот этот прикол! Внимательно смотрим, где же мой любимый АВМТХ, и мы получаем, леди и джентльменцы, мы получаем! Лишь бы не в рот. 1120 опыта? А чё так мало? Вы видели, как мы играли? Всего лишь за 1120 опыта и 10 серебра? Вы серьезно? Ладно, ребят, я понял. Я так и знал, что с этого режима ничего толкового мы не получим. Ну что же, а мы перемещаемся в следующий режим. Конечно же, наш следующий режим, это, ребят, режим дуэль. Тут все максимально просто, максимально быстро. Я просто бегу на мид и ставлю маслину моему подписчику Пексу, который мне любезно согласился помочь. Дорогулечка, ты моя, ты куда... Ядри... Ба, а как ты оказался? Ребята, 1-0. Легчайшая для величайшего! Изи каточка! Оу, май! Раунд номер 2. Кто-то получает по шапочке. Ребят, посмотрите на этот глаз. Знаете, что он означает? Он означает то, что обновление очень скоро. И поверьте вы мне, это не шутка. Обалдеть, а мне это интересно, а раньше он тоже так дергался? Вот как будто разработчики что-то изменили в этом глазе, какую-то пасхалку добавили. Так, брат, 3-0.
Ну, я думаю, в режиме дуэли, если честно, я вряд ли что-то супер крутое получу. Ну а мало ли вдруг, кто его знает? Раз в год и палка стреляет, ну пацаны, а чё бы нет? Обалдеть, 6 скита играю в режиме дуэль. Ну я думаю, я получу тут 500-600 опыта, вот если честно. А как думаете вы? Конечно же, в комментариях все пишите! Все зависло! А что за дичь? Меня забанили? Я только не уверен, что это бан. Нет, нет! А, все! Я просто в шоке, ребята, походу это меня скоро забанит. Вот что-то мне так подсказывает, как будто очень скоро бан. Надеюсь, это не так. Пожалуйста, разработчики, не баньте меня, я буду хорошим. Я маме пожалуюсь. Внимательно смотрим на табло, и мы получаем, леди и джентльмены. Что же мы получаем-то, а? 300 опыта всего лишь-то? Чего? Иди же серебра! Не, ну вы вообще там нормальный или как? Вы мясо человека не считаете? Дайте мне нормальный скин. Хотя бы Абик Тихак, очень приз. Эх, блин. Ладно, ребят, а мы перемещаемся в следующий режим. Ну и как вы могли понять, это, ребята, режим эскалации. Тут все максимально просто. Мы бежим на план Б, делаем минус 3 и дефьюзим бомбочку. И после этого мы получаем очень много ММР. Ну, по крайней мере, я на это очень сильно рассчитываю. Так, бегом, 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 все ко мне, ребята. Ну куда вы прячетесь? Ну все ко мне. Встаньте у меня перед экраном и замрите. Чтоб я сейчас дал минус 3. Оп, раз. Минус 2, минус 3. Ребята, изи каточка. 1-0! О, пацаны, давайте я сейчас сделаю бомбом хаешечкой. Что думаете? Сейчас хаешечкой, пацаны, от всех воздух подниму, а? Так, ребятки, не стесняемся, перемещаемся сюда, на тебе, на тебе, на тебе. Теперь станьте все вдруг. А ну, дружно вдруг. И, пацаны, сейчас буду минус 3. Ну, что могу сказать? Киберспортсмен. Киберспорт, ребята, он такой... Ну что же, ребята, прямо сейчас мы знаем, что же я получу. Финальный, 8-й раунд, и в итоге я получаю в рот. Ой, я получаю, внимательно смотрим, что же нам дают любимые разработчики. Пожалуйста, разработчики, дайте что-то хорошее, умоляю. У-ху-ху. Обалдеть. Так, что же мы получим? 1700 опыта, очень даже неплохо. Вот этот прикол, мне дали какой-то стикер варнинг. Правда, его дали за батл пасс, но все равно прикольно. Ничего себе крутяк. Ну что же, ребята, а мы приходим в гонку вооружений. Ну и прямо сейчас у нас финальный, последний ластовый режим под названием, ребята, гонка вооружений. Естественно, я все киллы буду давать только с оружечки, потому что мне так дадут больше очков. А чем больше очков, тем больше опыта мне дадут. А чем больше опыта, тем больше шансов, что мне повезет. Ну что, сюда, родненькие мои. Ой, да ты что, я уже на втором уровне, прикиньте. Вот это я машина. Так, блин, куда бежишь? Сюда, опа. Ребят, ну просто на опыте. Вот как будто киберспортсмен какой-то жесткий. Я просто не верю своим глазам. Самое интересное то, что у меня всего лишь 16 очков. То есть есть такая вероятность, что мне дадут очень мало очков и очень мало серебра. 18 уровень. Ничего себе, сказал я себе. 19 уровень. Ну что же, прямо сейчас мы заканчиваем эту рубрику. Ура! Спустя 5 часов съемок, да! Так, ребята. Ой-ой-ой-ой-ой! Итого 600 опыта, а чё так мало? Мне дали 20 серебра всего! А чё так мало? Это прикол. Ну что же, мои дорогие друзья, в принципе, на этом все. Я очень надеюсь, что вы оцените наши старания вашим огромнейшим лайком. Обязательно подпишитесь на мой канал и напишите любой хороший комментарий. С вами был ваш Кентура, всех обнял, приподнял. Всем удачи, всем чао-какао. Подпишись на мой ТГ-канал и на мой Твич. Сегодня там стрим, а в ТГ-канале халявные 5 галдишки. Всем пока-пока.